сам по себе кондиционер опасен только одним. Если его не чистить, не менять фильтры, и эти фильтры не обрабатывать, это даже есть специальные фирмы, которые этим занимаются, то он при своей работе распространяет микробы. Причем, если он работает на тепло, он их еще и подогревает, чтобы они лучше, так сказать, садились на среду. То есть, если этот кондиционер поддерживается в чистом виде, если он хорошо, регулярно чистится, регулярно обрабатывается, причем чистится не только внутренняя часть, но и наружная, тогда он не представляет опасности. Но давайте посмотрим правде в глаза. Кто это все делает? Есть эти люди, но их крайне мало. Поэтому мы чаще всего говорим о том, что постарайтесь не пользоваться кондиционером, не включать его, потому что это источник инфекции, лучше его не использовать.